Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A33. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве заблокировать номер. Для этого мы переходим в телефон. Далее мы можем выбрать контакты или там последний какой-нибудь номер. Но у нас здесь ничего нет, поэтому выбираем какой-нибудь контакт. Нажимаем на него. Да ё-моё. Нажимаем на информацию. И далее нажимаем на опции в правом нижнем углу и нажимаем «Заблокировать контакт». Блокировать. И теперь мы не будем получать от него сообщения и не будем получать от него звонки. Если захотите разблокировать его, также нажимаете на опции и нажимаете «Разблокировать контакт». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.